Далеко идущее заявление сделал накануне в эфире программы «Времечко» руководитель компании «Евросервис» Евгений Могулевцев. К столетнему юбилею Магнитогорска на каждом памятнике, установленном на городских кладбищах, появится QR-код, сканируя который, любой желающий сможет в сети интернет узнать биографию усопшего, его жизненный путь и то, какой след он оставил после себя. Таким образом, компания поддерживает выбранный однажды курс, возрождая и вспоминая традиции быть полностью открытыми для инноваций. Игорь Гурьянов продолжает. Навещая близких на кладбище, мы нет-нет, да и вглядимся пристально в глаза тех, кто на фото. Кто был этот человек, чем жил, как ушел и что оставил. Скоро не нужно будет догадываться или сочинять, но об этом ниже. Полный спектр технологий, по которым фото на памятник изготавливается, предмет законной гордости сотрудников Евросервиса. Портретов более 180 видов. Здесь знают о силе погребального фото и поэтому прилагают все усилия, чтобы навсегда. Сейчас можно портрет нанести на керамику, более того, сделать его объемным, то есть 3D изображение. Можно нанести портрет на стекло, очень красиво это смотрится. Ну и традиционные портреты на эмали, на гранитной плитке, но это уже не новинка, это уже с этим все знакомы. Сегодня ограда, давно утратившая защитные функции, стала частью декора, дизайна захоронения, если угодно. Должна ли ограда быть красивой? Безусловно, да, но не только. Еще и прочной, безопасной, антивандальной и, то же самое слово, навсегда. Сегодня в Евросервисе можно приобрести кованую ограду по цене штамповки. Собственная кузница позволяет вести гибкую ценовую политику. У нас представлены ограды простые. Это профильная труба. Полукованные, это каркас идет из профильной трубы, а внутренние звенья идут кованые элементы. И полностью кованые ограды. Более того, у нас у самих уже готовые варианты, есть из чего выбрать. Более 160 видов оград. Мастерская по изготовлению памятников обескураживает отсутствием людей. Но станки работают. Нужна филигранная точность, камень ошибок не прощает. Модельный ряд памятников широчайший, не только в области и на Урале. Формы в большинстве традиционные, но есть исключения. Это не оптический обман. Памятник действительно сделан из трехслойного удара прочного стекла. Великолепный 3D-портрет. Но обратите внимание на QR-код в левом нижнем углу памятника. Это не ценник. Сейчас мы покажем, как будет работать новый социальный проект Евросервиса. Ольга Викторовна по нашей просьбе сканирует QR-код. В QR-код занесена информация об умершем человеке, то есть вы наводите на QR-код, высвечивается фотография самого памятника уже полностью в готовом виде сооружения и биография человека, то есть когда она родилась, какие были замечательные моменты ее жизни и при каких обстоятельствах она умерла. Ну вот это, например, девушка погибла в железнодорожной катастрофе. Принцип работы Евросервиса горожанам уже известен, возрождая традиции и продвигать инновации. Яркий пример тому – строительство православного храма на территории комплекса. Напомним о его особенностях. Строительство православного храма, который мы заявили в момент открытия компании, находится в стадии оформления документов. Отличительная особенность храма в том, что на каждый кирпич, из которого он будет сделан, будет нанесено имя усопшего, которого проводили из наших залов прощания. Когда будет построен храм? Сроки не мы устанавливаем, сроки устанавливает Господь. С Божьей помощью мы постараемся построить максимально быстро. Что касается новых технологий и инноваций, то здесь, уверен руководитель, у Евросервиса появляется дополнительное предназначение – быть примером для подражания остальным участникам похоронно-ритуальной сферы. Каждый памятник на городском кладбище придет время, будет снабжен QR-кодом, где при помощи родственников усопшего мы восстановим и сделаем доступной биографию человека, его жизненный путь, то, как он ушел и какой след оставил. Планируется, что проект будет реализован к столетнему юбилею нашего города. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.